νυχτάκια κι η Παρασκευή μέρα προχέρι κλάει κι αφιός που είμαι μοναχός. Κάθε βράδυ του Σαββάτου κλαίω κι με του θανάτου ενθυμία σου. Аплодисменты самые теплые, самые горячие. И вновь на сцене президент комплекса Заида Джамбиева. Гелип мене яндым айырлайы сағайын учуны. Юректен қайғым ала гогурчуным, гогурчун. Гогурчуным, гогурчун. Хавалаға учағын, көп ерлене айланып, қайтып ерге қонағын. Көп ерлене айланып, қайтып ерге қонағын. Шашларымны тарайман, келіп тұрамы кедіп терезедім қарайман. Гогурчуным, гогурчун, хабалаға ұшағын. Көп ерлене айланып, қайтып ерге қонағын. Көп ерлене айланып, қайтып ерге қонағын. Шегіне қонаған, ойларыма ойлашмамаға йолдаш болмаған. Гогурчуным, гогурчун, хабалаға ұшағын. Көп ерлене айланып, қайтып ерге қонаған. Көп ерлене айланып, қайтып ерге қонаған. Гогурчуным, гогурчун, хабалаға ұшағын. Көп ерлене айланып, қайтып ерге қонағын. Көп ерлене айланып, қайтып ерге қонағын.
գոգուրչուն Հավալաղա ուջաղնը Կոպիրլենի այլանի Բայտիպ գերգի խոնաղը Կոպիրլենի այլանի Բայտիպ գերգի խոնաղը Спасибо. Следующий участник проекта «Голос Кавказа», представитель Дагестана, искрометная, яркая Кристина! Спасибо! Милые, дорогие женщины, поздравляю вас с наступившим уже нашим праздником 8 марта. Желаю вам всего самого хорошего и прекрасного на этой земле, чтобы ваша жизнь была сплошные концерты. Спасибо! Аплодисменты Кристине и свое хорошее настроение сейчас всем сидящим в зале подарит Нурианна Калаева.
И вновь на сцене гость из Республики Адыгея. Айдамир Мугу! Ну что, поехали, дорогие друзья. Нет, так не пойдет. Давайте веселее. Раз. Два. Спасибо большое. Ну что, ну а мы продолжаем петь и танцевать. Спасибо большое. Всех дам с прошедшим праздником. Спасибо большое. Республика Адыгея, Дамир Мугу, аплодисменты, огненные аплодисменты. И сейчас на сцене президент комплекса, одна из лучших вокалисток Республики Дагестан, народная артистка Республики Дагестан, Зайнаб Махаева. Народная артистка Республики Дагестан, Зайнаб Махаева, ваши аплодисменты. Ну а сейчас встречайте на этой сцене представителя из нашей республики. В его фонотеке одна из лучших работ в стиле шансона. На сцене Азнаур. Давайте со мной вместе. Солнце залегло, меня с луной оставив, как кусочки льда стали наши чувства. Ты была со мной, а теперь так пусто, как будто проклятие, как будто мосты за собою мы сожгли. Как будто с неба сорвала звезда, разлетелись облака. Мы с тобою были так близки, с тобою были как огни. Мы с тобой, только я и ты. Утонув, как будто в океане снов, как будто вопреки любви. Забыть не знаю, как огонь любви потушить сгорая. Мимо ты пройдешь и заманишь снова. За тобой пойду по следам родного. И снова на небе зажжется звезда, засверкают облака. И снова солнце осветит нам путь, но судьбу не повернуть. Мы с тобою были так близки, с тобою были как огни. Мы с тобой, только я и ты. Утонув, как будто в океане снов, как будто вопреки любви. Как будто мосты
за собою мы сожгли, как будто с неба сорвала звезда, разлетелись облака. Мы с тобою были так близки, с тобою были как огни. Мы с тобой, только я и ты. Утонув, как будто в океане снов, как будто вопреки любви, мы с тобой разбили мосты. Спасибо. Спасибо. Азнаур, сегодня на эту сцену выходили все признанные народом самые...